фантазию. Все дистанционно нынче у нас. Напитки дистанционно, еда дистанционно, сыры в частности. Да. Что ж человек-то остается делать? Общение дистанционно. Да. Интернет. Все в интернете есть. Есть что попить, поесть. Но алкоголь купить я не мог. Это жесть. Надо вопрос решать, срочно все разрешать. Помешала кому дистанционная продажа? Виски издалека. Чем угостить сегодня друга? Мышкой моя рука ищет напиток для досуга. Виски издалека. Вроде добро дает таможня, и заказать с доставкой можно. Виски издалека. Хотя, с другой стороны, конечно, эдак пять. Так, я не хожу гулять. Мне же приносят в дом все, что хочешь, это пять. Печень моя растет, так же растет живот. Знай, Россию спасет дистанционная продажа.